Привет, друзья мои. Здравствуйте. Привет. Привет, друзья мои. Кофе. Я люблю кофе. 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 Девочки, мальчики. Где бы посидеть? Знаете, девочки, мальчики, когда я гуляю, мне так становится хорошо. Девочки, мальчики. Самое главное не найти подснежник, девочки, мальчики. У нас есть подснежники такие опасные. Опасные подснежники. Очень под снегом. Да, под снегом. Сейчас покажу. Девочки, мальчики, вот снег, да? А под снегом есть маленькие подснежники. Ну, это некрасивые подснежники, девочки, мальчики. У вас бывают подснежники? Некрасивые подснежники? А? Бывает? Или не бывает? У нас бывает. Угу. Короче говоря, вот так вот. Вон они, подснежники, видите? Какие подснежники. Кофе вот еще. Заряжайте на все 100. Ой, я прям офиговаю. Вот такие у нас подснежники, да. В каждом лесу. На каждой дорожке. У вас не бывает подснежников таких? У нас очень много таких разноцветных. Самое главное, не попасть в мину. Ну, говна. Господи. Во-первых, написано, с собаками тут и не гулять. А они гуляют. Они гуляют. Понимаешь? Да вообще не понимаю. Девочки, мальчики, это вот у вас бывает такое, да? Вот такие вот подснежники. Вот на каждой дорожке наложено подснежник. Хороший подснежник. Господи. Как быть, если ты нашел подснежник, и, ну, в этот подснежник, что вы будете делать? Напишите, пожалуйста, если увидите мою книгу.